Всем привет, ребята! Сыуна на хамай на подуся, сыуна чельчики на таса, собой снимать видео по банула крокодила. Мы сегодня будем играть с Наташей в игру «Крокодил-дантист». И Наташенька будет ее сначала раскрывать. Ножницами, да. Ну что, Наташ, принести крокодила? Да! Сейчас. Игра «Крокодантист». А у нас вот такая есть. Такая есть у нас игра, и правда. Вот такая игра у нас есть. А вот такой нет. Такой нет, ну, все впереди, правда? Ну что, будем распаковывать? Да, пальчиком мы замазали. Давай почитаем. «Крокодантист» – игра для отважных стоматологов. У забавного крокодильчика есть зубная паста. Будь отважным стоматологом, помоги ему вернуться в игру. Открываем. Давай. Вот здесь разрезаем. Вот сюда. Где? Вот тут. Здесь? Давай, вот. Вот здесь. Где? Нам сначала к игре нужно будет подготовиться. Нужно наклеить глазки. Глазки. Да? Да. Папа, дай нам, пожалуйста, коробку. Спасибо. Так, наклеить глазки нам нужно. Наташа, уже клеит глазки, смотри. Крокодил-дантист. А сон меня укусит. Второй глазик наклеим. А вот это что? Посмотрим. Это для носа. Носа? Ну, давай, наклеим. Давай, помогу. Мама, а эта игра у нас останется? Конечно, останется. Это мы с папой заказали для тебя игру. Вот нам игра пришла. Привет, сосед хотела. Хорошо, в следующий раз мы поиграем в игру. Привет, сосед. Хорошо, пусть это будет привет, сосед. Молодец. Вот Наташа наклеила. Итак, Наташа, цель игры. Нажимай на зубы крокодильчика Джока, но будь осторожен. Не нажимай на больной зубик, иначе он тебя съест. Будь единственным игроком, которого он не съест. Тогда ты победишь. Мы наклеили наклейки. Мама, где больной зубик? Раз, а не знаю, какой-то зуб будет больной. Ребята, мама и заяц будут играть в эту игру. Итак. А Наташа будет наблюдать. Итак. Заяц будет нажимать. Сначала заяц. А теперь я. Итак, крокодил укусил маму? Крокодил укусил маму. Второй раунд? Второй раунд. Сейчас начинает заяц. Зайчик? Выиграла мама, заяц проиграл. Выигрывает тот, кого не укусит. Кого не укусит. Давайте еще раз. Еще один третий раунд, заключительный. Начинает играть мама. Мама, зайчик. Давайте, мама, зайчик. Мама, зайчик. Есть! Кто победил? Заяц проиграл, выиграла мама. Представляешь, мама выиграла. Ребята, мы сейчас вместе с папой будем играть.
крокодила выигрывает тот, кто... А вот так и снимаем. На чем ходит, крокодил захлопнет пасть. Папа, давай. Начинает. Ты страшный. Натасу снимаем. Так, я найдется. Натасу снимаем. Следующий зуб. Никто пока не проиграл. Ну давай, следующий зуб. Крокодил. Крокодил. Осталось два зуба. Кто победит? Мама, как... Раунд номер два. Раунд номер два. Папа, начинай. Сильнее, и к нам сильнее. Итак, раунд номер два. Ох ты, 1-1. 1-1, это третий раунд, заключительный. Ты начинаешь. Давай, камень-ножницы-бумага. Давай. Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Я сам начинаю. Итак. Наверное, я центральный зуб. Мама, ты так быстро нажимаешь на зубы. Итак. И вот там с камнями. Да, пока. Улыбнитесь. Выиграла мама. Крокодил меня погрыз. 2-1. Мама у нас чемпион. Ну что, мама, вот такой у нас. Он такой не крокодил? Да, отличная игра. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Наш Татуся.